Добрый день, уважаемые болельщики. Вас приветствует Арена Чертанова. Это встреча уже. Все, готово. Мяч в центре поля. Ребята настраиваются, что Игорю Кузнецову требуется замена по травме. Не сможет он продолжить встречу. И с кем-то Игорь на трибунах разговаривает. Тем временем «Зенита», я прям над ним нахожусь, поэтому, возможно, его возгласы долетают к вам в эфир. Спрашивает, вот такой вот удар, застревает мяч в ногах. Мишка Абаханович бьет. Мишка Грачев. Кто будет бить поворотом? Хороший удар, но Максим Козлов справляется с ним. Грачев. Кавтрев. И удар поворотом Егора Кавтрева. Добивание Грачева. И снова Роман Бондарев. Дойдет или нет? До Рамиля эта передача. Рамиль там еще и мяч выцарапал. Эх, за лицевую он уходит. Поляков. Подача. Кто первый на мяче? А первым на мяче Рамиль Гайнуллин. Шестой тур, шестой мяч Рамиля Гайнуллина. 1-0. И первый тайм на этом завершен, как, собственно, мы и прогнозировали. Гол команды Чертанова забил номер 7 Рамиль Гайнуллин. Проблема-то в чем? Мяч сыграть? Ну у тебя хоть 5 игроков, какая разница? Прыгать при... по возможности, если мяч вылетит из штрафной площади. Карим Бекбулатов головой, здорово, и... Гайнуллин, Гайнуллин. И убежит Гайнуллин, конечно же, прокинет мяч. Мишка, и кто? Все промахнулись. Да, там Фукс пошел играть центрального нападающего. И все-таки сравнивают счет зенитовцы, чертановцев. Гайнуллин выигрывает вверх. Усмаджон. И один. И надо пробить. Пробить надо не так. И все. Звучит финальный свисток. 1-1. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами все эти 80 с небольшим минут матча. Ничья. Возвращаемся через... час с небольшим на игру Чертанова 2008.